Здравствуйте! В данном видео я хочу поделиться с вами процессом и принципом вязания кедиков для взрослых. Для вязания таких кедов я использовала пряжу 50 грамм на 160 метров трех цветов: синяя, белая и красная. Спицы 2,5, крючки номер 2 и 1,5. Так, обязательно маркеры, меточки. Можно использовать булавочки, все на ваше усмотрение. Значит, кедики провязываются в 4 этапа: вязание подошвы, вязание бортика, вязание этой части, и получается переходит в язычок, и вязание основной части, 4-й шаг. 5-й шаг я выделять не стала, это обвязка, провязывание шнурка, и дополнительно можете провязать либо вышить на готовом любой спортивный значок. Данные кедики связаны на размер 38-39, но, посмотрев сам принцип вязания, вы сможете провязать на любой размер. А также вы можете использовать пряжу другую. Но опять же, изначально провязав образец и использовав принцип вязания таких кедов, вы сможете повторить на любой размер. Итак, берите пряжу, спицы и приступаем к вязанию таких кедиков. Для вязания взрослых кедов ставим ногу на лист бумаги, обводим, и такого размера нам нужно будет связать подошву. Я подошву буду провязывать платочной вязкой, лицевые и изнаночные ряды лицевыми петлями. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что платочная вязка очень хорошо тянется. Поскольку я данные кедики буду садить, пришивать на войлочную стельку, то платочная вязка как раз пойдет здесь, чтобы немного растянуть и пришить. Если вы ни на какую подошву садить кедики не собираетесь, тогда лучше провязывать. Она будет поплотнее, при этом провязывать чуть меньше, чем стопа ноги. А я буду провязывать чуть больше. Итак, приступим. Берем пряжу. Набираем 6 петель. Шесть петель набрано. Спицу снимаем. Первый ряд. При вязании данной подошвы первая и последняя петля провязываются так же, как и все полотно. Первый ряд провязан, затем в каждом втором ряду я буду делать прибавление. Начинаем отсюда и прибавку на пяточку. Прибавление следующим образом. Первую провязываю, вторую провязываю, затем из протяжки прибавили петельку. Одну петельку провязываем, вторую провязываем, из протяжки петельку прибавляем. Две петельки провязываем. Третий ряд выполняем без прибавлений. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четвертый ряд. Две петли провязываем. Раз, два, прибавка из протяжки. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Пятый ряд. Без прибавлений провязываем. Шестой ряд провязываем с прибавлением. Раз, два, третью петельку прибавили. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десятая, одиннадцатая, двенадцатая. Седьмой ряд провязываем петли без прибавлений. Вязание восьмого ряда. Раз, два, третью прибавили, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцатую прибавили, тринадцать, четырнадцать. Девятый ряд провязываем 14 петель без прибавлений. Вязание десятого ряда. Раз, два, третью прибавили, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 прибавили, 15, 16. Прибавлений делать уже достаточно. Примеряем обязательно наше вязание к ножке. Теперь эту часть провязываем 30 рядов, в данном случае для моего размера 30 рядов без прибавлений и убавлений петелек. Всего провязано 40 рядов. Вязание выглядит так. Одна пяточка нарисованная. Примеряем. Для удобства каждый 10-й ряд я помечаю. Затем выполняем вязание с постепенным прибавлением до максимально широкого места. Это примерно здесь у меня. И я прибавление делаю в 42-м, 52-м, 60-м и 64-м ряду. По 2 петли в ряду в начале и в конце ряда. Таким же образом, как делали в начале вязания стопы. Итак, выполняем вязание до 64 ряда включительно. 64 ряда провязано, и вязание выглядит уже таким образом. На спице всего 24 петли. Прибавлений делать достаточно. Провязать нужно еще несколько рядов. Я буду провязывать еще 19 рядов, а в 20-м, а в общей сложности в 84-м ряду я буду уже начинать делать убавление. То есть до этого места провязываем, а отсюда примерно уже нужно делать убавление. В 83 ряда провязано. Вязание выглядит таким образом. Далее следует делать убавление. Убавление я буду делать постепенно, начиная с 84 ряда. Убавление буду делать 7 раз. Так, как же делается само убавление? Также провязываются 2 крайние петельки, затем 2 вместе лицевой. Одну петельку убавили в начале ряда. Затем провязываем центральную часть петель. И также убавление одной петли в конце ряда. 2 вместе лицевой и 2 петельки. Убавление 2 петель в 84 ряду выполнено. А далее я буду делать убавление в 88, 92, 96, 100, 104 и 108 ряду. 109 рядов провязано. И вот смотрите, получается чуть меньше. При этом само полотно, видите, как растягивается. Тут получается 2-3 сантиметра, она еще вытягивается. Теперь в 110 ряду делаем еще раз убавление 2 петель. 2 провязываем, 2 вместе. 1, 2, 2 вместе. 1, 2. В общей сложности для самой подошвы я провязала 110 рядов. У меня на спице получилось 8 петелек. Теперь эти 8 петелек закрываем. Провязываем 2 вместе лицевой. Получившуюся петельку обратно надеваем на левую спицу. И их провязываем 2 вместе лицевой. Так выполняется закрытие петель. Две вместе, 2 вместе, 2 вместе. И еще раз 2 вместе. И через получившуюся ниточку еще раз протягиваем. И эту ниточку обрезаем. Первый шаг вязания больших кедов, вязание подошвы у нас выполнено. Второй шаг при вязании кедиков – это вязание бортика, то есть вот этой части самой высоты. Для этого мы убираем все наши меточки, одну меточку оставляем на пяточке, остальные убираем. Теперь берем спицу и с двух сторон набираем петельки. Набираем, так получается, вот так удобнее будет показать, за бугорки набираем петельки с двух сторон. С одной стороны так, и со второй стороны точно так же. Набирать петельки лучше на 4 спицы, так 2 и так 2, пока набираем с двух сторон. Всего у нас провязано 110 рядов, поэтому с каждой стороны будет по 55 петель набрано. Набрав с боков, со стороны носка дополнительно набираю 6 петель, их распределяю на эти спицы. И здесь также набрать 6 петель и распределить на 2 эти спицы. Все петли набраны, и в итоге у меня получилось 30 петель, 30 петель, 31, 31. Самое главное, чтобы на этих спицах попарно было одинаковое количество петель. Теперь берем пряжу белого цвета, привязываем ее, либо цепляем крючком, и провязываем бортик. Сам бортик высотой у меня небольшой, всего 8 рядов. Если это в сантиметрах, тогда получается 2 сантиметра буквально высота. Вначале провязываем 4 ряда белой пряжей. Четыре спицы, берем дополнительную пятую. Конечно, можно будет провязывать и спицами на леске, при этом обязательно отмечать вот эти середины. Провязываем белой пряжей 4 круговых ряда. На что стоит обратить внимание? При переходе вязания с одной спицы на другую провязываем следующую петельку, при этом нить подтягиваем. Это делается для того, чтобы в целом в процессе вязания переходы от одной спицы к другой спице видны не были, чтобы вязание было одинаково. Если делать переходы свободным, нить не затягивать, тогда за счет того, что спицы сами по себе растягиваются, растягивают пряжу, здесь будет просто отверстие, дырочка получаться. Поэтому обязательно первые 2 петельки подтягиваем. И в начале и в конце вязания любой спицы стараемся вязать потуже. А затем просто, как обычно, продолжаем вязание. Ряда белой пряжи провязаны. Теперь нужно провязать 1 ряд красной пряжи. здесь выполнено. Для этого красную пряжу привязываем к белой, при этом белую не обрезаем, потому что следующие ряды выполнять еще ей. Привязали, зафиксировали и также продолжаем просто выполнять круговой ряд. Один ряд красными ниточками провязываем. После чего красную пряжу обрезаем, узелок здесь завязываем и продолжаем вязание еще 3 ряда белой пряжей. Точно так же, как и выполняли здесь, провязываем 3 ряда. 8 круговых рядов провязано, и второй шаг у нас выполнен. Теперь ниточку здесь обрезаем и обязательно завязываем узелок. Теперь вязание самого носка. Третий шаг — это выполнение вот этой части. Для этого смотрим, пяточка у нас здесь отмечена. С носовой части берем с этой и с этой спицы, у нас одинаковое количество петель, передеваем с каждой спицы по 5 петелек. Образуем центральные 10 петель. С этой стороны 5. И также с этой стороны 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. На всякий случай можете себя проверить, чтобы на этой и на этой спице было одинаковое количество петель. Теперь еще раз проверяем 1, 2, 3, 4, 5, 10. Привязываем ниточку здесь. Захватываем ниточку, протягиваем, делаем узелок. В дальнейшем, конечно, все узелки на левую сторону, когда кедики будут полностью готовы, нужно будет спрятать. Теперь провязываем носовую часть кедика. Можно использовать дополнительную спицу. Если у вас 6-й спицы такой же толщины нет, тогда можно одну из спиц передеть на другую, поскольку эти петли сейчас использоваться не будут. Первый ряд. Все петли, 10 петель, провязываем лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Первый ряд провязали все петельки. Теперь следующие ряды провязываем с увеличением количества петель. При этом соблюдаем лицевую и изнаночную сторону, чтобы верх у нас получился полностью лицевой гладью. Второй ряд. Изнаночные. Первую петельку снимаем непровязанной. При этом ниточку подтягиваем. Обязательно подтягиваем. И считаем 2, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И одну петельку прибавляем со спицы. 11 петель. Таким образом провязываем ряды, чтобы у нас получилось всего на этой спице 20 петель. Второй лицевой ряд. Первую петельку снимаем, ниточку подтягиваем и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 отсюда. То есть захватываем по одной петельке с этой спицы по очереди. Провязываем таким образом, первую снимаем, досчитываем и следующую со спицы. Провязываем, чтобы у нас получилось здесь 20 петель. Сам мысок провязан, такой же, как и здесь. Теперь нужно выполнить язычок синего цвета. Для этого берем пряжу синего цвета и привязываем в это место, где у нас белая пряжа. Синюю пряжу привязываем, а белую отрезаем и убираем. Дальше нам нужно провязывать ряды и провязывать петли с этих спиц. При этом количество петель у нас должно оставаться 20. Итак, первый ряд. Во всех следующих рядах первую петельку лучше снимать не провязывая. Но поскольку это первый ряд, один раз я эту петельку провязываю. И дальше выполняю изнаночные петли, поскольку это ряд у нас изнаночный. Провязываем до конца. Завершение изнаночного ряда 18 петель, 19 и это 20. При этом в изнаночных рядах 20 переносим и здесь 20 и 21 петельку провязываем вместе. И на спице у нас получается 20 петель, при этом с этой спицы одна петелька убавилась. Переворачиваем вязание. Лицевые ряды. Первая петелька снимается не провязанной. Обязательно ниточку подтягиваем и вяжем до конца все лицевые петельки. В завершении лицевых рядах 18 петель, 19, 20 переносим, провязываем 21 и 20 опускаем на провязанную 21. Так у нас здесь опять 20 петелек, а отсюда одну петельку мы убавили. Такими рядами, лицевыми и изнаночными, провязываем эту часть. Я буду провязывать всего 50 рядов. Что касается по размеру, это будет примерно чуть больше половины. Чтобы не спутаться, опять же я вам советую, 10 рядов провязали, отметили, продолжили дальше. Еще раз повторяю, в изнаночных рядах первая петелька снимается, 20 и 21 провязываются вместе изнаночной. А в лицевых рядах первая снимается не провязанной, провязываются, 20 не провязывается, 21 провязываем и 20 опускаем на 21. Выполняем вязание этой части. 50 рядов синей пряжи здесь провязано. Вязание выглядит таким образом. Значит, здесь осталось открытых 26, всего 52 петли. Так, дальше язычок нужно провязывать вверх, при этом сохранять количество петель. Я буду провязывать 20 рядов и в следующих 10 делать убавление, чтобы язычок получился круглым. Вы же первый раз можете провязать рядов 10 и оставить это, приступить к следующему 4-му шагу. Почему? Для того, чтобы высота была удобная. То есть, когда провязывается эта основная часть, меряется и смотрится, какой высоты нужен сам язычок. Поскольку я уже знаю, я буду провязывать сразу. Так. При провязывании язычка основной части первая и последняя петелька провязываются по рисунку, то есть какая сторона это изнаночная, значит, первая петелька тоже провязывается изнаночной. Последняя петелька также. Первый изнаночный ряд. Вот она, предпоследняя. И последняя также изнаночный. Второй, все четные ряды. Лицевые ряды. Провязываются все петли лицевыми. И также первая петелька тоже провязывается лицевой. Не снимаем ее, а провязываем. Так, ряд полностью. В завершении лицевого ряда последняя петелька тоже провязывается лицевой. Провязываем высоту, таким образом, 20 рядов. 20 рядов высоту язычка провязано. Также я еще один ряд изнаночный провязала. Затем в каждом лицевом ряду, то есть в каждом втором ряду получается, нужно будет делать убавление, провязывать крайние 2 петельки вместе лицевой. 1, 2, 3. И остальные петельки можно просчитывать. Таким образом делается убавление петель по краям, чтобы язычок получился кругленький. В изнаночных рядах провязывать все петли изнаночные. Так, последние 2 вместе лицевой. Теперь на спице у нас 18 петель. Изнаночный ряд провязывать все петельки изнаночными, и первую, и последнюю. А в лицевых рядах в начале и в конце ряда делать убавление. Убавления делаются, пока на спице не останется 10 петель. После очередного лицевого ряда у нас на спице осталось 10 петель. Теперь эти петельки нужно закрыть. Поскольку ряд изнаночный, значит и провязываем 2 вместе изнаночной. Получившуюся петельку одеваем обратно на левую спицу. И провязываем опять 2 вместе изнаночной, получившуюся обратно. Так, закрываем петельки язычка. И еще один раз. 2 вместе изнаночной, и через получившуюся петельку ниточку еще раз протягиваем и обрезаем ее. Третий шаг к вязанию кедиков полностью выполнен, и язычок имеет круглую форму. Теперь приступаем к следующему, 4-му шагу. 4-м шагом будем провязывать основную часть кедика, вот эту. При этом, чтобы у нас в процессе носки, здесь между язычком и основной частью, не получалось дырочки, мы будем провязывать не только петельки со спицы, но и с двух сторон наберем по 4 дополнительно. 1, 2, 3, 4. С другой стороны то же самое. Раз, два, так. 2, 3 и 4. Дополнительно набрали. Теперь с этой стороны крючком цепляем ниточку и привязываем ее здесь. Ниточку зафиксировали. Первые 4 ряда провязываем. Сколько есть петель, столько и провязываем. При этом провязываем лицевой гладью. Первую и крайнюю петельку тоже провязываем. Первый и третий ряды лицевыми петлями, второй и четвертые ряды изнаночными петлями. Основные вот эти петельки можно перевести на спицу с леской, если вам будет удобнее. Мне удобно такими. В завершении первого лицевого ряда провязываем последнюю петелечку крайнюю тоже провязываем лицевой, затем вязание переворачиваем, второй ряд все петельки провязываем изнаночными, ниточку получше подтягиваем, первую и последнюю петельку тоже провязываем. Первые 4 ряда основной части провязаны. Следующими 4 рядами будет формироваться само отверстие для шнурка и также наклонная часть. Значит, первый лицевой ряд. Провязываем 2 петли вместе лицевой. 2 петли лицевыми, накид, 2 петли вместе лицевой. Затем продолжаем ряд, все петли лицевые, в завершении первого лицевого ряда 6 петелек провязываем 2 вместе лицевой, накид, 2 петельки лицевые и 2 вместе лицевой. С этой стороны мы также сформировали отверстие для шнурка и уменьшение петель для наклона. Затем 1 ряд изнаночный, ряд лицевыми петлями и ряд изнаночными петлями, и эти 4 ряда повторяем необходимое количество раз. В данном случае я провязываю здесь 1 2 3 4 5 5 раз по 4 таких ряда. Выполняем вязание. Особое внимание хочу обратить на то, что убавление петель можно делать, а можно не делать. Все зависит от того, какой размер у вас здесь имеется. Вот. 5 отверстий для шнурка выполнено. В принципе, кедики можно уже завершать вязание, то есть закрывать петли. Но, как на настоящих, после отверстия еще есть некоторая высота, то есть еще провязываю 4 ряда, при этом в первом ряду убавление петель в начале и в конце. В следующих 3 рядах убавления я не делаю. Убавление делается, провязываются 2 вместе лицевой, в начале и в конце ряда. Остальные петли просто лицевые провязываются. В изнаночном ряду, соответственно, изнаночные петли. После того, как провязано необходимое количество рядов в высоту, петли закрываем. Закрытие петель, поскольку это ряд лицевой, выполняем 2 вместе лицевой и получившуюся петельку одеваем обратно на левую спицу. И так продолжаем. 2 вместе лицевой, получившуюся петельку на левую спицу. Так выполняем закрытие петель. После того, как петли закрыли здесь, все ниточки спрятать на левую сторону, вот эти штучки все убрать. Второй Кедик вяжется точно так же. Они абсолютно симметричны. Ну и чтобы наряднее смотрелся кедик, выполняем обвязку основной части и язычка. Вот кедики уже почти готовы. Значит, для обвязывания я использовала крючок номер 2 и провязывала столбики без накида. А шнурок провязывала крючком номер 1,5, цепочку из воздушных петель около 104 сантиметров набирала. И затем провязывала столбики с одним накидом. И в общей сложности шнурок получился длиной 1,10 м. Можно делать меньше, все на ваше усмотрение. Можно делать шнурки тоньше, вставлять их реже. Вот такие кедики для взрослых у нас получились. А также можно с внешних сторон либо вышить, либо пришить какие-то спортивные значки, элементы, допустим, Nike, там Adidas. Вот такие кедики для взрослых. Для того, чтобы кедики дольше носились, я выполнила пришивание войлочной стельки. Эта стелька рассчитана как бы на 40-й размер, но поскольку она идет внутрь обуви, она меньше. В сантиметрах эта стелька 25 сантиметров. Так выполнен один, и таким же образом выполнен второй. Если вам понравился принцип вязания этих кедиков, сам видеоурок, ставьте класс, пишите свои комментарии. Если какие-то возникли у вас вопросы в процессе вязания, пишите, обязательно всем отвечу. Ставьте класс, делитесь данным видео, подписывайтесь на мой видеоканал на YouTube и вступайте в мою группу в Одноклассниках. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!